Площадь у Преображенского собора реконструируют. Дорожные службы демонтировали старое покрытие. Здесь будет еще одна пешеходная зона. Установят скамейки, оборудуют арки и высадят деревья. Сердце города – так часто называют храм. Ведь если посмотреть с высоты птичьего полета, Преображенский собор расположен в самом центре Бендер. Дорога к храму – просторная площадь. В этом году ушла на ремонт. Так будет хорошо, удобно. Если еще и скамеечки будут, вообще будет хорошо. Временно это можно потерпеть, зато город будет красивый. Безусловно, это очень хорошие проекты, которые востребованы людьми и жизнью нашей, и место людное. Здесь постоянно как бы такое пересечение улиц, где всегда многолюдно, у церкви, у горисполкома, госадминистрации. Вот. Здесь приезжают всегда приезжают гости из различных стран к нам и на экскурсии. Конечно, наш собор, который стоит в центре города, дают возможность показать красоту нашего города, благоустроенность и то, что наша власть о нас заботится. И, конечно же, каждая новая дорога ведет к храму. Последний раз площадь ремонтировали после 92-го. Тогда снаряды разворотили купола храма, пострадало здание и асфальтовое покрытие. Сейчас мы делаем ремонт на улице, на площади перед собором. Снимаем асфальт, там появится пешеходная зона. Мы планируем высадку дополнительно там деревьев, эту большую площадь затенить. Сделаем арки, скамеечки дополнительно поставим. А вот центральный сквер, так называемую Маланку, пока оставят в прежнем виде. По замыслу архитектора, вместо привычных диагональных дорожек хотели проложить перпендикулярные. Но горожане высказались против такого решения. Оно и понятно. Здесь самая оживленная дорога на центральный рынок. У нас было серьезное предложение по реконструкции сквера возле госадминистрации. В Бендерах это место называется Маланка. У нас были предложения сделать, как это делать по современным требованиям урбанизма, но большая часть высказываний была связана с тем, чтобы сохранить диагональные дорожки, которые работают, в принципе, как тротуары. И сквер, как сквер, мало работает. Мы решили этот вопрос, чтобы пока, раз есть такое мнение, отложить и туда пока с реконструкцией не заходить. Мы этот участок оставили на последующие годы для дополнительного согласования с общественностью. Реконструкция центра Бендер идет полным ходом. Даже непогода не в силах остановить ее. В настоящее время ведутся работы на 5 кварталах. На следующей неделе специалисты начнут укладку тротуарной плитки. Подрядчики снимают старое дорожное покрытие. Параллельно работает водоканал и электросети. Новые фонари появятся и меняется система звуковых кабелей, которые закольцуют трансформаторные подстанции по городу, чтобы повысить систему электроснабжения города. Также продолжаются работы в других районах города. В порядок приведут сквер Школьный в районе 9-й школы. А еще начинается второй этап строительства сквера на Солнечном. В прошлом году здесь сделали основу. Теперь ко Дню Республики завершат работы по установке малых форм. Появится детская площадка и футбольное поле. Лариса Тарабина, Евгений Никонов, Бендерское телевидение.